Блин, опять наслушался этих Марьин хренов. Всем привет, ребята. С вами я, Кирилл. И сегодня мы с вами будем играть в Майнкрафт. Секунду. Так, все, погнали. Думаю, что иногда, ребята, я буду делать вот так вот. Вот так, то есть. А на это внимание не обращайте. Так что, ребята, погнали в наш мирок. Lesson point дропит. Хотя не, ребят, я сейчас хочу выйти из мира, потому что я не знаю, что там делать. Я хочу на сервере поиграть, потому что здесь скучно. Я хочу попутешествовать на серверке. А что еще не все там прошел, так что вам не надо. Не надо никому. Подождите, а где появился ночь? Так, не понял. А, все. Итак, вот сюда. Вы наконец-то видите мое лицо. What? A few moments later. Oh. О, ребят, мы, наверное, все помните. Сейчас поехали. Не по... Подожди. Глаза протру немного. Что там делает автобус? А, не, вон. Что он там делает? Ну-ка, поехали. Блин. Куда он сейчас ехал? Не, ребят, я туда не поеду. Мы прекрасно автобус видели. Мы погнали путешествовать. Я думаю, как-то по-другому будет. Блин, тут спутчик. Хотя не, можно ли нам машинку припарковать? Пусть стоит, да? А не, мы что-то путешествовать едем. Что, погнали? Носороги здесь гуляют. Я не в шоке, я просто... Как там? Как там, разве? Так, ребята, мы едем в одно место, которое мы еще там не были. Ребята, вы готовы? Это уже я не знаю, что там будет. Я там еще ни разу не был. Так, едем по этой дорожке. Нету? Серьезно? Хотя животные есть, это уже плюс. Хотя можно по дороге не ехать и просто газовать.
Вот, блин, лагает. Вау, мы выиграли, ребят. Я даже копилку в шоке, если честно, от такого. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой! Как классно припарковать машины в доме. Так, ребята, всем привет. Сегодня мы вам расскажем, как припарковать машину в доме. Сначала мы берем машину, припарковываем ее в доме. Потом выходим из дома и берем другую машину. Так, поехали на мойку. С тобой мойка не здесь. А тут... Ай-яй-яй, уху! Так. Оп. Привет! Привет! Здрасте, девка из Южного. Здравствуй. Ну что, тебе машинку помыть? Да. Эти какое? Ну давай. Хочет мне писать на машину. Все, до свидания. Больше никогда я тут не приеду. Отвезите меня в психушку. Ладно, ребята, я только что ничего не говорил. Это поиздеваться только. Сегодня. Ничего. Так. Что у нас здесь? Еще один мост. А, не, я же здесь был. Поехали дальше искать. Тут еще должно быть 27 штук. Кто вообще едет? Эй, кто такие вообще? Они вдвоем атакуют? Нашел аудио. Ой, вверху было это. Эти маугли, они слишком борзые. А куда мне дальше? А куда я еду вообще? Эх, ладно, ребят, кажется, я потеряю машину. Ладно, машинка. Были с собой хорошими друзьями, а я пока пойду умру. Какие тут разнообразие. Ой, бля, 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 бля. Оп, еще хочу увидеть. Еще хочу посмотреть людских обитателей. Что это? Ау, меня кто-то убил? Или я от воздуха хочу умирать в воде? Странно. Ладно.
Гляньте, ребят. Ну, в принципе, это... А есть автобус? Странно. Четко машинку поставил. Одна машина еще здесь есть. И, ребята, пишите в комментариях, если еще хотите ролики про Free Fire. Странно. Конечно. Ладно. Ну, она же не может туда выйти. Что, башила? А, это типа гараж будет, да? Ой, ё-ма. Ой, ё-ма. Я разобрал сиденье. Собираем сиденье. Папара бараба папара. Это бомба пит. Поехали. Блин, ребята, я сейчас заберу все вещи и уеду отсюда. Буду приезжать только за едой. Я уеду в мир, где живут вот эти слоны. Забираем карты. Эти штуки надо тоже забрать. И доски тоже не помешали. Эх, ладно, для них топорик нужен, а мне нету на этого времени. Точно, еще что-то надо забрать. Камеру это обязательно вообще. Уберсачеллу надо забрать. И надо забрать все абсолютно отсюда. Я уже просто отсюда уже навсегда. Так, шопу и здесь. Она скучает по мне, я больше не вернусь. Так. Все, это все, что у меня было. Еще возьмем яблок. Все пойдет. И поехали. Открываем ворота. И валим. Эх, прощай, домик. Хотя не, я еще еды навалю, чтобы уже сюда много раз не возвращаться. На мойку я ездить буду редко сюда. Ну, валим отсюда. Потому что мне там уже не нравится. Скучно. Еще фотолочки заберу с собой. Первый факел. Блин! Один факел. Ладно, мне не нужен этот факел, валим. Не так, один есть. Так, валим на Ленинград. Думаю, это будет веселое путешествие.
Привет, слоник, я с вами здесь жить приехал. Алло. Слоник? Я к автобусу своему приехал. Ой, блин, я, ребята, испугался этих звуков. Теперь факел. Ставим. Берем сундучело. Берем верстачело. Берем камеру. Панель расставлять. Лук. Верстак. На жире. Тепло убираю. И вот отсюда. Выглядит вроде класс. Теперь надо скрафтить топорик. Все, я буду вместо крафта. Так, теперь надо разобрать эти штуки. Перекрасить их сейчас надо будет. И поставить карту. Крафтим коричневую кровать. А, нет. Его кровать только крафтится. Здесь. А, ее нет вообще сейчас. Так. Как там было? Так вот. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Блин. Бог земли ставить придется. Так. И. Так. Фу, поставил. Так. Берем рамки. Не. Пока я здесь посижу. А вот рамки. О, блин, не там поставил. Оп. Это все? Ладно. Я думаю, будет побольше. Даже. Ну, обошлось. Все, забыл. Это собираем. О, так. Эта карта сюда, по-моему. А не. Странно. Оп. Ну, карта у меня есть все и рамки тоже. Сюда, значит. Это непонятно. Это сюда. Это сюда. Это Тышкины. Они сюда. Это сюда. И это сюда. Все. Карта готова. Этот блок нужно разобрать. Оп. О, смотрите, камера упала.
А если ее шифтом сломать? А получается. Угу. Ну то сундук дюпнул. Кстати, хакел уже не на верстак, а сюда. Готово. Красивый уголок. Наверное, машина есть. Само собой. Конечно, это странно, то, что у меня машины есть. Здесь даже две. Ну, ладно, путешествовать буду. Что мне остается делать? Так, поехали. Ух ты! Вот это я понял. Это что-то быстро такое. Нифига себе. Саняра, ты что здесь забыла? У меня тут свои дела. У меня здесь машина-припарковка. Да, это очень красивая карта, я бы сказала. Но, знаете, недолет какой-то. Вернее. Давай, Соник, поиграем в догонялки! Догонялки на машине. Все, поехали. А, слон не может. Че, Соник, мы друзья? Да, мы друзья. Типа он меня уже 100 лет не видел, а мы с ним подружились. Классная. Классная какая жизнь в Майнкрафте. Чё у меня вон это? Блин. КП. А у меня шкирка есть, да? Да, есть. Убираем. Ладно, вот такой вот получился ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. И всем пока! Пока!